хрустящая, пикантная традиция, неувядающая прелесть квашеной капусты. Квашеная капуста, простое блюдо из ферментированной капусты, может похвастаться долгой и богатой историей, а ее пикантный вкус любим во многих культурах. Скромная по происхождению, квашеная капуста веками украшала столы, и ее популярность передавалась из поколения в поколение. Эта ферментированная еда предлагает уникальное сочетание вкуса и текстуры, а ее хрустящий укус добавляет пикантности любому блюду. Квашеная капуста – это больше, чем просто гарнир. Она воплощает кулинарные традиции и питательную ценность, обеспечивая себе место настоящего кухонного фаворита. Кладезь питательных веществ, витамины и минералы в каждом кусочке. Состав квашеной капусты – мечта любого поклонника здорового образа жизни, ведь она полна витаминов, минералов и полезных соединений. Эта ферментированная капуста является отличным источником витамина С, мощного антиоксиданта, необходимого для поддержки иммунитета и выработки коллагена. Квашеная капуста также обеспечивает хороший запас витамина К, необходимого для свертывания крови и здоровья костей. Кроме того, она содержит различные витамины группы В, включая рибофлавин, тиамин и ниацин, жизненно важные для энергетического обмена и работы нервной системы. Квашеная капуста и пищеварение – здоровый кишечник, здоровый ты. Одно из самых известных преимуществ квашеной капусты заключается в ее замечательной способности улучшать пищеварение. Процесс ферментации создает обилие пробиотиков – полезных бактерий, населяющих наш кишечник. Эти пробиотики играют решающую роль в поддержании здорового баланса кишечной флоры, что необходимо для оптимального пищеварения. Регулярное употребление квашеной капусты может помочь облегчить дискомфорт в пищеварении, такой как вздутие живота, газы и запоры. Способствуя процветанию кишечного микробиома, квашеная капуста вносит свой вклад в общее благополучие. Укрепление иммунитета квашеная капуста как источник пробиотиков. Сильная иммунная система – первая линия защиты нашего организма от вредных патогенов, и квашеная капуста может сыграть вспомогательную роль в укреплении его защиты. Было доказано, что пробиотики в квашеной капусте повышают иммунную функцию, увеличивая активность иммунных клеток в кишечнике. Здоровый кишечный микробиом, поддерживаемый богатыми пробиотиками продуктами, такими как квашеная капуста, может способствовать более устойчивому иммунному ответу. Включение квашеной капусты в рацион может стать приятным и вкусным способом поддержать иммунное здоровье. Раздел 5. Здоровье сердца и не только. Изучение потенциала квашеной капусты. Квашеная капуста, традиционное блюдо, которое многие из нас любят, может предложить гораздо больше, чем просто вкус. Новые исследования показывают, что польза квашеной капусты может выходить за рамки пищеварения и иммунитета, потенциально влияя на здоровье сердца и другие аспекты хорошего самочувствия. Это открытие может изменить наше понимание о том, как ферментированные продукты влияют на наше тело. Квашеная капуста содержит клетчатку, которая может помочь снизить уровень холестерина, ключевого фактора в поддержании сердечно-сосудистого здоровья. Клетчатка также способствует здоровью кишечника, что в свою очередь может положительно влиять на общее состояние организма. Кроме того, некоторые исследования показывают, что процесс ферментации может производить соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти соединения могут помочь в борьбе с воспалениями и окислительным стрессом, что важно для поддержания здоровья. Хотя для полного выяснения этой потенциальной пользы необходимы дальнейшие исследования, растущий список полезных свойств квашеной капусты делает ее привлекательным продуктом для дальнейшего изучения. Включение квашеной капусты в рацион может стать простым шагом к улучшению здоровья и благополучия. Раздел 6. Квашеная капуста и управление весом друг для похудения. В области управления весом квашеная капуста выступает в качестве потенциального союзника, предлагая низкокалорийный, богатый питательными веществами вариант для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес. Этот ферментированный продукт не только добавляет пикантный вкус к вашим блюдам, но и может быть полезен для вашего здоровья. Содержание клетчатки в квашеной капусте способствует сытости,
помогая регулировать аппетит и снижать общее потребление калорий. Это особенно важно для тех, кто стремится контролировать свой вес, не чувствуя себя голодным. Кроме того, пробиотики в квашеной капусте могут играть роль в управлении весом, влияя на кишечный микробиом, который связан с энергетическим балансом и метаболизмом. Здоровый кишечник может способствовать лучшему усвоению питательных веществ и общему самочувствию. Хотя одна только квашеная капуста не может гарантировать потерю веса, ее включение в сбалансированный рацион может поддерживать здоровый подход к управлению весом. В сочетании с другими полезными продуктами и регулярной физической активностью квашеная капуста может стать важной частью вашего плана по поддержанию здорового образа жизни. Раздел 7. Нюансы и предостережения: соль, аллергия и другие факторы. Хотя квашеная капуста обладает множеством полезных для здоровья свойств, к ее употреблению следует подходить взвешенно, учитывая потенциальные недостатки и индивидуальную чувствительность. Важно помнить, что каждый организм уникален, и реакция на продукты может варьироваться. Квашеная капуста традиционно готовится с добавлением большого количества соли, что может быть проблемой для людей с гипертонией или тех, кто соблюдает диету с низким содержанием натрия. Высокое содержание соли может привести к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем. Кроме того, у некоторых людей при первоначальном введении квашеной капусты в рацион может возникать дискомфорт в пищеварении, такой как вздутие живота или газы. Это связано с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков, которые могут вызывать временные неудобства. Как и в случае с любой пищей, важны умеренность и осознанное потребление. Постепенное введение квашеной капусты в рацион и контроль за реакцией организма помогут избежать неприятных симптомов и насладиться всеми ее полезными свойствами. Раздел 8. Умеренность – ключ к успеху. Употребление квашеной капусты с умом. Чтобы получить пользу от квашеной капусты и свести к минимуму потенциальные риски, важна умеренность. Употребление квашеной капусты разумными порциями в составе разнообразного и сбалансированного рациона – вот ключ к использованию ее питательной ценности. Те, кто только начинает знакомство с квашеной капустой, могут начать с небольших количеств, постепенно увеличивая их по мере привыкания. Выбор сортов с низким содержанием натрия или промывание квашеной капусты перед употреблением может помочь снизить потребление соли. Раздел 9. Включение квашеной капусты в свой рацион, советы и идеи. Включить квашеную капусту в свой кулинарный репертуар проще простого, ведь ее универсальность позволяет использовать ее во множестве блюд и вкусовых сочетаний. Квашеную капусту можно есть как простой гарнир, добавляя пикантный хруст в бутерброды, салаты или тарелки с крупами. Ее насыщенный вкус проявляется в таких традиционных блюдах, как сэндвичи с рубленым мясом и шукрут-гарни, сытное эльзасское блюдо с квашеной капустой, колбасками и картофелем. Пикантный рассол квашеной капусты также может добавить изюминку в заправки и маринады. Раздел 10. Квашеная капуста – блюдо с мировым именем и местными вариациями. Кулинарный охват квашеной капусты выходит далеко за рамки ее европейского происхождения. Различные культуры приняли и адаптировали эту ферментированную капусту к своим уникальным вкусам и традициям. В Германии квашеную капусту часто подают к блюдам из свинины, а в Польше правит бал бигос – сытное рагу с квашеной капустой, мясом и сушеными грибами. Корейское кимчи – острое и пикантное блюдо из ферментированной капусты – имеет общие черты с квашеной капустой, демонстрируя всемирную привлекательность ферментированных продуктов. Раздел 11. Ферментированный фаворит. Оцениваем преимущества квашеной капусты. Квашеная капуста, простое блюдо из ферментированной капусты, оказывается настоящим кладезем питательных веществ, предлагая массу преимуществ для пищеварения, иммунитета и общего самочувствия. Ее богатое содержание пробиотиков в сочетании с необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой делает ее ценным дополнением к сбалансированному рациону. Включая квашеную капусту в свой рацион, мы не только балуем свои вкусовые рецепторы,
но и питаем свой организм пользой ферментации. Наслаждаясь пикантным, хрустящим лакомством из квашеной капусты, мы отдаем дань кулинарной традиции, которая питает и тело, и душу.